22 сентября пройдет горячая линия на тему капитального ремонта жилых домов. На вопросы населения ответят специалисты негосударственной организации и региональный оператор Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае. В настоящее время подготовлены долгосрочные и краткосрочные планы капитального ремонта многоквартирных домов. Часть домов в крае начнут ремонтировать уже в этом году. В октябре жители города и района впервые получат отдельные квитанции на оплату услуг капитального ремонта. О порядке начисления оплаты, о том, как будет выглядеть фирменный бланк и какие меры предосторожности следует соблюдать гражданину, чтобы не стать жертвой мошенников, расскажут специалисты фонда, сообщил руководитель фонда Петр Калита. Номер многоканального телефона горячей линии 754-900. Звонки принимаются с 9 до 17 часов.